Всем привет! Мы с Наташей сегодня пораньше ушли с пляжа, потому что сейчас... Сгорели еще. Да, мы уже немножечко сгорели, да. Потому что сейчас мы пойдем в хамам, переоденемся, возьмем все, что нам нужно, и направляемся на чистку, помывку, отшлифовку. Да, тут от нашего отеля недалеко хороший пятизвездочный отель, где есть чудесный хамам. Вот туда мы и направляемся. А у нас вот такая погода замечательная сегодня. А, сейчас время 10:30, мы уже идем с пляжа. Уставшие немножко, уработались, да уж. Уплавались. Баранки продают опять на углу. Еще минут 15 и не останется ни одной. Но я купила на пляже одну, потому что у меня айран есть. Бутылку же я взяла вчера. А здесь 1,25, а ты за сколько? А за полторы. А здесь вот 1,25 лира. Я взяла за полторы на пляже. Ну, на пляже всегда дороже. Это ж ему надо еще на пляж донести. Тут на пляже тут 10 ну, шагов. А откуда ты знаешь, есть они тут или нет? Может, их уже разобрали. Мы просто сегодня пораньше вышли. А так их обычно уже что в 11 нет. Их разбирают быстро. Вот такие домики. От солнца закрыты окна, потому что жара, наверное, дома. А мы опять не закрыли свое окно? Мы не закрыли, вот конечно, у нас жара будет сейчас. Мы сейчас пойдем закроем. Я пришла в кафе, вот так вот на берегу. Красивое, уютное, с турецкой музыкой. Ни одна. Не знаю, смогу ли показать, но пока нет. Вот заказали турецкое блюдо какое-то. Но пока воду, и потом я вам все покажу. И потом будем чай пить турецкий. Водичку ледяную такую принесли. Так, тут красиво. Очень. Наверное, близко снимает камера. Сейчас поменяю угол съемки. Вот такие нам принесли блюда, вот такие огромные, какие-то котлетки на лепешке и жареные баклажаны. Это картошка фри, это такой шашлычок из овощей и вот такие, салат такой, ну пахнет просто изумительно, обалденно пахнет, да? Давай покажу. Угу. Так, этот ресторан, скажи, как называется этот ресторан? Джемиль пляжда. Джемиль получается пляжда. Джемиль имя, ага. Пляжда на пляж. Ага. Вы пляж. В общем, вот, во-первых, место очень красивое, а во-вторых, блюдо очень аппетитно выглядит, пахнет вкусно. Ну и вот такие цены здесь, смотрите. 16 лир, 20 лир. Это что, например? Это... Сейчас начинаем. Это мидия. Это мидия? Это мидия. Это... Мидия долма. Лимон. Соусом. Как это? Курица с... Пальцы. Куриные пальцы или там как это? Так написано. Ага. Chicken fingers. Ага. Это лук. Ага. Это картошка фри. Есть как обычно. Ага. А есть как вот это, как яблоко сделано. Угу. Ну, в общем, это... мы все меню рассказывать не будем, просто ассортимент огромный. Ну, цены, я считаю, приемлемые. Холодные напитки, да. Горячие напитки. Да. А, лира одна 13 рублей стоит, вот умножайте эту цену на 13. Вот так примерно получается, будет в рублях. Здесь кофе. Да. Дальше идет это... Напитки алкогольные. Угу. Это стороны пива. Здесь угу. Чудо. Турецкий водка, который 45 градусов. Ага. И дальше идет тоже испытные напитки. Там текила, виски, мартини угу. И так далее. И здесь коктейли, маргарита, текила, сандаль, зимфис. Есть алкогольные коктейли и безалкогольные. Ну, все понятно. И так далее. Ну, все, спасибо, что принес.
это будет интересно, спасибо. Ну вот такие вот у нас дела. Сейчас мы это все попробуем, а потом будем пить чай. Мне все нравится. А что будет дальше, я вам расскажу обязательно. Посмотрите, какая красота. Вечер. Вот такие сосны высокие, и на них фонарики желтые. Ну разве не прелесть? Какая романтика. Прелесть. Люди в кафешках сидят, наслаждаются жизнью, тепло, уютно. Класс. Такие улочки у них уютные. Все в этих соснах. Дай. Ну, красота. Посмотри, какая улица уютная. Да. А мне Катя говорила, можно никуда не ездить, говорит. Везде все рядом идешь, и везде найдешь, что тебе надо. Что куда-то ездить? Она вообще была готова к этому. Not my photo, okay? Нет. Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Мы находимся с вами в старом городе. Ко мне приехал специальный гид, но не тот гид, о котором вы думаете, а совсем другой. Он приехал из Алании, и мне кажется, что он немножечко сумасшедший. Он делает все быстро, он ходит быстро, он болтает без умолку. И я не знаю, что мне делать, то ли его немножечко угомонить, то ли самой становиться такой же сумасшедшей. Второй вариант мне нравится больше, мне сделать это легче. Так, ну вот, я хочу вам показать окрестности. Вот такая улочка интересная, тихая. Красивая, какая-то узкая, и высокие пальмы. Мне это очень нравится. Я привлекаю к себе повышенное внимание. Мой гид где-то спрятался сзади, но я его попросила, чтобы он не мелькал в кадре. Нет, вот он сзади за мной идет. Прямо вот близко идет. Но показывать я вам его не буду. Вот такой старый город. Мы сейчас направляемся в район Калич. И вы увидите то место в Анталии, которое мне нравится больше всего. Я вам его обязательно покажу. Ну, а пока вот, смотрите эту улочку. Как бы сделать так, чтобы он не попал в кадр. И он не хочет, и мне не очень хочется. В общем, мы сейчас, посмотрите, за мной какое прекрасное здание. Старое. Наверное, мы туда и зайдем с вами. Так, зашли мы внутрь этих ворот. Ну и пойдем. Сейчас, наверное, мы выйдем на эти мощеные улочки. Я так чувствую. Куда он меня ведет, я не знаю. How much? Four lira. Evil eye? Yeah, evil eye. Yes, evil eye. Evil eye. Mm-hmm. Is it a bad thing or a good thing? Good thing. So what? I have it and it's no evil coming. You open house. Okay. Те улочки, про которые я вам говорила. Здесь есть отели-бутики. Очень их много, где я хотела снять номер, но у меня не получилось. Такие всякие ремешки продаются. Ремни, сумки. Такие украшения, браслеты. Фонарики.
лампа. Смотрите, какая улица. Ну разве не прелесть? Узенькая. Только для прогулок. А это у них для слепых. Специальная дорожка. Вот, посмотрите, как красиво. Балкончик деревянный. Вот такие отели. Вот такие маленькие. Совсем крошечные. Тут какие-то ковры развешаны по стенам. Давайте заглянем. Медведь старый-престарый тоже продается. Вообще странно. Они, наверное, тут и живут, и тут же торгуют. Куклы всякие. Глиняные картинки. Бусы. Бусы. Детское что-то. Он тоже, наверное, как отельчик что-то. Сумки, чемодан. Вот еще одна улочка тихая. Ну разве не прелесть? Как мне это нравится. Мой гид затих, идет прямо вот с левого плеча. Дышит мне в плечо, но молчит. Потому что здесь я могу говорить больше, чем он. Смотрите, торговцы сидят со своими столиками. Вот, кафешки вот такие. Но я вам хочу показать те отели, которые мне нравятся. Палантины, красивые, вышитые, расшитые. Вот тут можно вообще гулять и гулять бесконечно. Кожа пошла. Мне нравится, что здесь тихо. Здесь нет какой-то сумасшедшей музыки, нет транспорта никакого. Вот просто идешь и наслаждаешься. И здания, смотрите, какие старые. Прямо старые-старые. Это тоже, наверное, двери какие-то в отель. Отель-ресторан. Вот, видите, как внутри. Маленький-маленький бассейн, столики стоят. Музычка какая-то наигрывает. Апельсиновые деревья. Красота. Идем дальше. Вы нас зазываете сюда зайти? Сильвер. Украшения хочу вам показать, какие в Турции продаются. Вот такие. Ну, это, конечно, не то, чем можно похвастаться, потому что в Турции есть такие шикарные украшения. Глаз не оторвать. Ну, это такое все простенькое. Он, похоже, со мной сегодня замучается молчать. Он весь как на шарнирах, такой подвижный, такой говорливый, а тут говорю я. Представляете, натерпится парень. Поговорить не с кем. Ходит как тень. Так, это что тут такое? Что это тут висит такое на дереве? А, это свечки так оплавились. Прикольно. Столики. Старый дом. Хостел паб. Ну, посмотрите. Тишина. Крыша к крыше. Вот именно по этим улочкам я и мечтала погулять. Мне кажется, вот сюда идем. И где-то, где заканчивается вот эта улочка, там начинается старый базар. Большой базар.
Ванилла. Ну вот именно по той улочке, где я видела прям вот такие шикарные уютные отели, мы так и не прошли, наверное, где-нибудь там. Но ничего, вернемся еще. Туда? Туда? Как мышь молчит. Я в шоке. Только да и нет кивает. Представляете, как ему тяжело. Так, а вот это уже базар. Базар. Оля, я нашла вот такие вот кошельки, я обязательно для тебя их куплю. Нашла. Самое главное, что я нашла. Ну, вот тоже ходить с провожатым рядышком, это невозможность поторговаться. Днем я, конечно, торговаться не буду. И покупать вряд ли что буду. Потом отдельно мы приедем сюда. Погуляем. Но пока с ним, раз уж обещал, человек ехал из другого города, пусть погуляет со мной, так уж и быть. Ну, вот такие всякие ловчоночки. Крем для загара, Дон Дурма. Пусики. Сувенирчики, коврики, сумки кожаные, маленькие, большие, всякие. Такие. Так, это что-то там продает такое странное. О, он обувь чистит. Обувь и пятки шлифует. Какая лохматая пальма, как борода. Ну а теперь мы смотрим море. Посмотрите за моей спиной, какая красота. Какая прелесть, какая красота, какая тишина, какая чистота. Это невозможно описать словами, это надо видеть. Ну, посмотрите, сидят, наслаждаются, вот молодежь. Сидят, наслаждаются красотами. Это вот старая башня уже поросла вся сорняком. Но она добавляет своего особенного колорита сюда. Вот без нее было бы совсем другое зрелище. А так прям вот красота, дух старины. И вот такой можно покататься на яхте. Посмотрите, какая красота. Можно внизу прогуляться по дорожке. Вот кораблики не видно вот из-за этой скалы, но они там стоят. Мальчик снимает виды, девочка снимает себя на фоне видов. Все так органично. Небо. О, смотрите, какое бирюзовое море внизу. Бирюзовое, бирюзовое. Красота. Это сосны. Похожие на наши кедры с длинными иголками, но это сосны какие-то местные, турецкие. Ой, какой тут ветер прохладный с моря. Пока шли по улочкам вот этим узеньким, было очень жарко, а сейчас хорошо, ветерок обдувает. Посмотрите, какие прекрасные
чудные просто. Из корней деревьев вот такие вот изделия. Казан стоит. Вообще удивительно. Ну, сделали прекрасно. Я вам сейчас еще покажу. Угу. И вот смотрите, два козла дерутся. Как это сделали? У одного ножку оторвали. Видимо, залазит сюда. Ну, здорово. Просто классно. Тут вьется еще все. Меня толкают в спину. Пройди по этим коридорчикам. Так. И вот такой вид открывается. Вот такой алоэ я привозила маленький-маленький. Посмотрите, какой на нем красивый рисунок. Я привезла домой, он так хорошо прижился. Но мой котик его тоже обглодал. Как он смог, у него такие иголки острые. Просто невозможно. Он его обглодал. Мне казалось, он горьким должен быть. Тут инжирное дерево растет. Инжир. Вот такой тут пол. Стеклянный, выдержит он мои килограммы. Посмотрите, какая красота. Женщина вон наслаждается, на матрасике лежит. Прелесть. Так, а фонтаны у нас где? Ой, эти водопады, вот там где-то водопадики. Мы их пролетали, над ними пролетали. Вот такой пляж. Спокойно все. Мы можем пойти кругами, вот так вот кругами, и вот там подняться. Это будет очень сложно по жаре, но есть вот такой лифт. И мы сейчас поднимемся по нему наверх. И там по переходу пройдем в кафе с шикарной панорамой на море. И там мы будем есть мороженое. Идем. Вот в такое прибрежное кафе мы пришли. На высоте находится. Здесь одна часть, а через мостик другая. Ну и посмотрите, какой вид. Прекрасный. Ветерком обдувает, здесь не жарко, но просто красота. Сейчас выпьем соку апельсинового. Я прям очень хочу соку, ну и воды. Вот так здесь. Вот такой сок принесли. Очень вкусный. Пью прям вот с наслаждением. Натуральный, без всяких добавлений, просто апельсиновый сок. Такой густенький. Прелесть. А воду принесли ледяную просто. Ну, как здесь здорово. Приехала компания. То ли китайцы, то ли японцы. Какие они шумные. Ой, бегают, снимают, кричат. О, все, запели. Призыв на молитву. Семья немецкая пришла. Ой, а кошечек-то сколько здесь? Чу-чу-чу-чу. Разные, разных мастей. Меленькие. Вот эти вот точно родственники. Глаза одинаковые. Ну как можно этим не наслаждаться? Ну как красиво поют. Ну, нельзя.
Так, мы пришли в кафе. И сейчас я вам покажу, что заказали. Вот это люля-кебаб или что, я не знаю, на лаваше, зелень, перчики жареные на углях. И вот такие, не знаю, салаты. Заправка тут разная есть, можно заправить перец, острое, что-то еще. Вот такие перцы тут стоят. А это что? Вот это, наверное, шпинат или щавель. В общем, сейчас будем пробовать. А это запеченный лук, его едят тоже? Или это для запаха просто? Ну, в общем, буду пробовать сейчас.